Ну что, прошло почти 6 недель, как я начал отжиматься по системе 5 по 14, через 60 секунд отдых, одна неделя, потом 50 секунд, 40, 30, 20 и 10. Вот последнюю неделю я отжимался через отдых между подходами 10 секунд. Было тяжело, трудно. Потом был небольшой перерыв. 3-4 дня, когда я вообще не отжимался, так как были всякие беговые старты, велосипедные, кабриолеты. Поэтому сейчас делаем контрольный замер. Сейчас я чуть-чуть размялся. И сейчас попробую отжаться по максимуму, сколько получится. Ну что, 51 раз. Не 70, конечно, но тоже неплохо. Если брать мои 20 предыдущие рекорд, 2,5 раза больше.